Всем здорово! Как я и просил, вы набрали 8000 лайков, а это означает, что пора бы выкладывать новый ролик. Ох, ребят, ну вы и напросились. 35 минут целой истории. История, которая точно заставит вас ее запомнить надолго. 10000 чизеров. Я уверен, что этот ролик заслуживает этой цифры. Ну а нас уже 70 тысяч, и я благодарен всем за ваши подписки. И да, я читаю все ваши комментики. И на некоторые я даже отвечаю, поэтому не стесняйся, оставляй комментик. Ну что, поехали к просмотру? Вау. Такое мне нравится, у меня тут все изучено. В принципе, этого достаточно, чтобы начать хорошую жизнь сразу. Вау, тут походу гниет база. Вот эта база походу гниет, надо посмотреть. И там стреляют. Оу, кукурузка. Кукурузку я люблю. И тыковка. Опа, чувак. Я всего лишь тыкву сворвал. Отдай снова! Чисти, да ты что? А не все, уходи. Это ты, да? Нет. Чизик. Что такое? Я понял. Мне не нравится, как ты смотришь на меня. Да нет, я не буду, на, арбалет. На, плюхите. Да что-то еще. Да не, зачем? Да мало ли, я сам просто только развиваюсь. Привет! Привет! Пока. Че, не хочешь покатать вместе? Блин, идея хорошая, у меня тут тем более все изучено. Ого, у тебя тут, нифига себе. Красиво живешь. Прикольно, прикольно. Давай, скрафчу. Вот так вот, благодаря кукурузе мы начали выживать вместе. Как бы смешно это ни звучало. Мы скрафтили 2 калашика и пошли искать жертв. У нас был всего один шанс. Блин, сейчас ночь будет, это, конечно, не очень хорошо. О, смотри, типок стоит. Умер. Здорово, пацаны. Привет. Ничего нету. Благодарю. Пс. Можешь хоть лук отдашь, тебе иди калаш. Что? Блин, сейчас ночь будет, и мы фонарики не взяли с собой. О, собака. Эта собака отстанет, нет? Сзади нас идет тип с фонариком. Прием. Беги, беги, беги. Да она шлёт меня дальше, Чизи. Я сейчас сдохну, Чизи. Я умру, Чизи, она меня убила. Ну вот, в принципе, нормально обошел. О, возле меня ЛР-ка. Блин, вижу типа с ЛР-ка, он видит меня и типа... Здесь еще возле меня бегает, типа. Я байчу типа, чтобы он за мной пошел. Так, все, я трансформировался в камень, короче. Пускай бежит. Вижу его. Все, уже не вижу. Оп! Раз, два, три, четыре. С кайфом. Ты живой? Я живой. А, ну забей, зато я мертв. Убил его друга опять.
Убил его. Не, дядю Диму ты так просто не убьешь. У, дядь! Что такое? Они фул! Еще одного убил. Убил еще одного. Еще убил. Все, предлагаю сваливать отсюда и побыстрее. Ты, у тебя есть место забрать это топливо? Топливо. У меня много топлива, забей. Идем. Забей, я взял, короче. У меня сейчас с собой строчка оружия. Полторы строчки. Хорош, просто лучше. А ты что, типа... Убил. Теперь надо лететь, дядь. Слушай, как-то страшно. 80 хп. Я верю в тебя. Если мы раз выряжемся, то... Аккуратно, очень аккуратно. Просто поднимает его пузатиком максимально аккуратно. Все, 300 топки полетели домой. Не лети через город, ты убивал людей. Не лети через город. Попадают или нет? Не-не-не, 80 хп. Фух, слава тебе, господи. Фу, это реально было вообще жестко. Запрыгивай. Ууу, смотри в ящик. ПВОХ. Блин, там турели есть. Но, по-моему, турель выключена. Я надеюсь, турель не сработает. Пусто. Так, да, турель выключена. Уголь. Тут, походу, кто-то уже был, раз лестница стоят. Походу, да. Тут, ой, там походу гантрапы. Аккуратно. Турельки, вот это, конечно. Слушай, а ты не хочешь дорейдить этот дом? Ну, можно было бы дорейдить его. Но только надо же сетки набрать. Смотри, где находится у них лут. Видишь магазины тут? Ну-ка, сейчас, погоди. Сейчас спущусь к тебе. Там гаражка стоит внизу. Надо фармить эти. Или... Коптер есть маленький. Вот это уже интересно. Маленький коптер, это уже покруче. Ууу, направо. Давай, Чизи, выруливай. Хорош, молодец. Сгнивший домик, да? Стоп, давай посмотрим. А, это рейд, походу. Печки с металлом. Ууу, что такое? Чекай шкаф. Шкаф. Предлагаю слетать, наплавить корпуса вот эти всякие ненужные и купить за скрап металл. Полетели, все равно зачем нам скрап пока что нужен? Тут аккуратно, ПВОка стоит справа, вот так понятно. Я опа, коптер. Справа коптер. Опа. Гаси его. До свидания. Просто до свидания. До просто свидания. Меня не пририсовывается. Воу. Что это? Так, раз, два, три. Прыжок. А ты вытащил топливо, я надеюсь? Нет. Ведь они поставили. О, ящик появился. Спасибо, по тебе работают там? Да, это бот. Экспа, дядь. Идеально, чекай. Нормально. Элитки, вот, возле меня. Тут еще одна элитка. Вот. Базука. Летит сюда большой коптер. Куда? Наверх надо, на самый верх. Ой-ой-ой, их там дохера, дядь. Сколько? Минимум четверо, походу, такое. Дал голову водителю, водителю голову дал. Водителя, снимай нахер. Не могу ничего. Минус водила, все, минус они. Лучший. Они... Все, минус типы, да? Все, минус типы. Отвечаю. Еще минус. Ё-моё, их бы залутать, конечно, было бы идеально. А ну-ка, давай, знаешь, что сделаем? Сиди тут. Че? Я беру этот. Или давай, было. На лодке залутаешь, я понял. Давай. Калаш, элка. Топ сеты.
Другой бомжара. Бля, 64 МВК, бадик на калаш, МВК бронь, спас, камера, 2 МВК брони, ноут тоже, МП5-ка, сишка. Блять, сишечка, просто сишечка. Аллей, оп. Ах. Хорошо залутали, кстати. Время быстро прям прошло, 15 минут эти. Если бы эти не прилетели, мы бы долго томились там, я прям чувствую это. Спустя некоторое время мы вернулись к той самой базе, которая гнила, посмотреть, как она там поживает и прицениться, сколько взрывчатки нужно еще туда вбахать. Тут, походу, кроме нас еще кто-то был, смотри. Стой, если камень гниет, сколько у стены осталось хп? Стена не гниет. Дал хит ему, убил. Один хит дал. Лучший. Я не знаю как, но этот челик слишком много знает. Опа, дядя. Убил. Откуда? Вон, на крыше валяется. Это он, думаешь, снова? Это 100% он. Да, это был тот самый парень, который меня убил с самого начала. И мы решили вернуться и бахнуть его домик. Тем более он был не особо большим. Блин, я не знаю, стоит ли нам рейдить этого бомжа? Ну, если он с калашом выходил, я думаю, стоит. Вопрос? Открытый просто. А, мы зарейдили классно, да, с тобой? Слушай, нифига, что-то потный рейд был. Да, это было жестко, дядь, очень. Ну мы в ноль ушли вообще. Блин. Пока мы фармили ресурсы, чтобы его бахнуть, его уже кто-то взорвал. Не успели. Но мы услышали взрывы другой хаты и решили отправиться туда. Офигеть, тут везде рейдят. Я не знаю, дядь. Это сильно. Надо разрывы сбрасывать. Тебе не... Вижу, что рейдят. Видишь территорию за забором? Вот это рейдят. Ну слушай, я предлагаю жахнуть. Попробовать их жахнуть. Да, ставь ящик. Скидывай. Я сбросил, поехали. Да, на вышку. Вышел. На вышку, на вышку. Воу. Аккуратно. Вижу. С другой. Ракета полетела. Ракета воздух-земля готова. Вторая полетела, ничего себе. Они там бегают, черт. Он неплохо так попадает, я тебе скажу. Почти попал. Один готов. Вижу. Меня убили нахуй, дядь. Сразу умер? Оп, сразу все в голову, да, сразу умер. Это америкос. Он в МВК. Воу. Убил? Не-не. О, тут его дружаня пришел. Ничего себе, он жмет. А можно мне так же жать на 300 метров? Я выжил от падения. Тихо. Убил. Просто красавчик. Я внутри. Лучший. Тебе надо теперь оттуда улетать. У них коптер же был. Я надеюсь, ты топляк забрал. Или у них есть. Тихо. Чё такое? Я лечу. Я бегу. Я не знаю, что. Застраивайся. Брат, нахуй. Тут ракет миллион. Застраивайся, пожалуйста. Подожди, подожди. Я не в том доме, про который ты думаешь. Я не рядом там, нахожусь. Где мы были? Да, я рядом нахожусь прям. А чё за дом, блядь? У них на территории кибитка была. Нет, тут строчка. Спальники ракет. Нахуй, я вынес.
Я могу попробовать взять ракеты и улететь отсюда. Блядь, а ты сможешь все залутать с них? Или там дресов слишком дохуя? Знаешь, в чем проблема? В чем? Топлива нет. А, коптер не взлетает, потому что он в воде находится. Аху. У него нет дверей? У него металла тут нет, случайно? Короче, тут намечается габелла. Блядь, дед, не пугай меня, я бегу, короче, в твою сторону, не знаю. Тебе нужно с лестницами бежать, или коптер искать, или еще что-то. Ну ты поздно сказал про лестницы максимально. Типа... Тут миллион пушек, тут ящики фул забитые. Что я могу взорвать стенку одну и выйти через стену? Короче, сейчас есть одна надежда. Ко мне коптер прилетел. А, это смерть. Они на крыше. Понятно. Ну сейвис. Я не мог. Как сейвиться? Как-то сейвить. Я не знаю, как. Я не знаю, это стоит, не стоит. Тихо. Я и домой. Тут еще тьма гаражек. А, это бункер, слышишь? Нет, не бункер. Короче, дядь, жди. Минус еще один. Хорошо. Убил того, который на крыше был. Отхил нашел. Возле меня прям строится. У меня есть идея. Какая? Я сейчас взорву последнего. Взрывай. Взорвал? Ты на улице, что ли, уже? Да. Вот он. Я знаю. Его добивать нужно. Я прям над ним пролетел, дядь. Прям над ним. У меня хила нет, слышишь? У меня только бинты. Только бинты, на. Не-не-не-не-не, беги сюда. На, держи. Патронов у меня нет. Да тут его нет, убили, слышь? Того типа нагрели. Сейчас нету здесь, возможно, он обходит справа через дырку как раз таки. Убил его. Лучший. Я пойду лутать, пойду лутать. У меня хп нет. Надо улетать отсюда и очень быстро. Хватай все, что можешь. Ё-моё, я не знаю, берданку забираю. Я не знаю, чиз, я не знаю, что забрать еще. Так, скидывай этот. Улетаем. Я хочу... Забей. Хватай вот еще калаш и улетаем. Ё-моё. Сажусь, полетели. 29 хп, дядя, я тебя прошу. Засейвит. Выключи фонарик. Выключил. Мы сейчас вернемся сюда. Дядь, что это было сейчас? Я не знаю, что ты сделал, но ты очень жестко развалил кабины. Так, тише. Торжественный момент.
Ебой! Просто лучший. А куда все сбрасывать? Компоненты, я, короче... Труп ты... Да ты задолбал сбрасывать пушки к компонентам! Забей, нам спешить надо. Мы изучили экспу и ракетку и решили пойти дорейдить тот домик, который рейдили те ребята. Вдруг там осталось еще что-то ценное и остались какие-нибудь ресурсики. Пойду по кассиру пофасуй. Стоп, а чего? А, нам пороха не хватает. Слушай, стой. Встань на крафт пороха. А ладно, иди за серой фиксом. Уговорю. Оу, май. Все, есть турелька. Не могу. Прикрой. А, они закрыли еще его, слышишь? Все, ставь дверь. Not space. No. Так, я быстро провожу электричество. Пока все скину и буду... Мы с тобой с палки не взяли. Ты там по воде топнул. Авторизируйся. Все готово. Тут пробахали, слышь, без нас. А, не все пробахали. Что? Шкаф не нашли, слышишь? Тут шкаф слева. Им не хватило, походу. Сломал шкаф, поставил шкаф. Хорош. Лучший. Двойная дверь, крафтится еще 43, 42. Смотри, 200 IQ мув, слышишь? Ё-моё, просто лучший. Чё здесь? Ну, в шкафу такое. Так, 290, турель. Стой, 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 сейчас, подожди. 159, топлика. Сейчас посмотрим. Фул ящик, это угля, еще уголь. Чё-то говнецо, дядька, где? Был, погоди. У нас осталось еще немного ракет, и мы решили пробахать тот домик, который сгнивал. Но нас там ждал очень приятный сюрприз. Там тип, прием, там тип. Два типа. Три типа. Они дорейживают за нас. Один готов. Предлагаю полететь домой, скинуть ресы, а потом прилететь обратно. Одного контрап, походу, хлопнул. Лети, скинь. Давай. Ты тут будешь? Лети без меня, у меня ничего нету. У меня все равно ничего нету, лети. Что? Что? Блять, я просто подпрыгиваю, и мне фул 5 патронов в голову. Что? А ник просто какой? Ник Бин-Бин. Я тут. Я тоже. Тут тип валяет, смотри, фул. Внизу. Дядя. Лутай его. Вот прям здесь, буферка. Дядя, куда мне спрыгивать? Никуда. Что, ну... Снова! Я просто... Я стою... Снова... И снова этот же, фул в голову, дядя. Подряд. Я фуловый стоял. Неужели они раньше нас дорейдили, да? Это читер. Убил тебя? Это читер. Я ж тебе говорю, там, Бин-Бин тоже, да, тебе? Да. Ну вот, я ж говорю. Читеры. Но это уже обычное явление в Расте. Нулевать так просто мы не собирались. У меня был план, как обхитрить китайского читачка. Я признаю, он скилловее меня, я признаю. Знаешь, что я хочу сделать? Я хочу еще раз туда сбегать. Но мне не хватило понять, что он скилловее, чем я, поэтому я еще раз туда сбегаю. Я так просто не сдаюсь. Я пойду чисто его на скиле разносить сейчас бинтиками. Так, знаешь, давай, я тоже бегу. Я уже близко. Так, я пересекаю эту реку. Чизи, пересекаю, я пересек. Так, давай дальше бежим. Вон он возле забора бегает, тише. Это его тиммейт бегает. Пойдем, его хребет сломаем. Ну-ка, пойдем. Сейчас стоп с этим. Смотри, тра, чисто. Просто бит. Блин, вот это он на скилле, конечно, блин. Я тоже хочу так научиться играть. Ой, он, наверное, видит меня. Кустов же нет.
Блин, зарейдили именно то, что хотел рейдить я. Ну почему всегда так? Ну блин, я хочу зарейдить. Ну зачем? Ну выберите другую базу, огромную какую-нибудь. Вон там сколько таких баз было. Ну за что я? Да, вот и он. Как твое ничего? Ко-ничего. Мое ничего, ко-ничего. Ну конь ничего, тогда хорошо. Да. Пять ракет пробахали. Видимо, у них много ракет. Ну ничего. Мы с конем, в принципе, можем подождать. Мы терпеливые. Тут боевые действия. Тебя наказывают. Большой коптер приземлился. И там дядя Бин-Бин выходит, наверное, с него. Ой, там пополнение китайского отряда. Слышишь? Что? Они куда-то полетели. Да, не видеть полетели, но они в любой момент прилетят и разбудут нас. Так, мы быстро, вжух-вжух, 4 ракеты и все. Не, ну я видел... Скажем так, я видел большой коптер улетающий, но я не думаю, что он один полетел. Так, ну что, я беру ракетницу и 4 ракеты. Так, ты дома, да? Короче, поплыли, нужно это быстро делать. Все, просто антирад цепляй и все. Блин, а знаешь, давай как сделаем? Давай, я там заспавнюсь. А ты с меня все залутай. В доме их нет. План постройки, крафти, давай быстрее, просто крафти, мне не надо ничего скидывать, крафти план постройки. Крафчу. Все, план постройки. О! Быстрей! Стой, я нет! Я не могу застроить! Тут эта хуйня! Не, дай план постройки, быстрее! Быстрее! Надо, фастом скинул! А тут залоченный этот, мы дальше не пройдем. Дерево дай! На, дерево скинул! Где? Убил нахуй одного. Он заспавнился, да? Походу не... Иди смотри, сколько у них тут перчаток! Гранатомет! Тут скрапа, тут топливо, тут миллион всего. Ракетниц, сколько отменишь? Быстрее застраивай мой фул. Застраивай, пожалуйста, я тебя умоляю. Я застроил у них выход один. Это жопа. Это максимальная жопа. Так, стой. Тихо. Где металл у нас? Я не знаю. Дядь, не знаю. Это очень жестко. У них тут дохера всего. Я вроде застроил. Чего? У них МВК-дверь есть. Да, я ж видел это. Я все. Элочки. Нам шкаф нужен, спасибо. Есть дерево? Не было дерева вообще, кстати. Они нас застроить сейчас смогут. Тут смотри, сколько труп. Есть дерево. Крафчу шкаф. Давай, дядька, давай. Фастом. МВК-шечку. А замок? Хорош, лучший просто. Просто поимели. А где у них вход? Погоди, ты застроил его, да? Мы можем унести все домой быстро. Пока они не прилетели, слышишь? Так, ну я не знаю, я пушки тогда сейчас буду внести все. Ракетницы, все забираю вот это. Я сейчас отжираю кукурузу эту. Так вот, это вот так сюда. Ракетницы. Короче, все стой. Пустые. Ты видел, сколько калашей? Летят! Уйди! Нам жопа, дядь.
шкаф ставь быстрее. Хорош. План постройки где? Ты сбросил где-то его? Ой, я в шоке просто. Прибежали. Он зашел откуда-то оттуда. Он не выдолбит там, да? Я сейчас стенку поставлю, он ВК тут. Он хочет, он хочет разбить, короче. Ну, байтит, видишь? Не дает ломать. Что он разбить хочет? У нас мало МВК, чтобы застроить. Металла будешь застроить. Он, видишь, не дает. Он не дает это сделать. Именно застроить не дает тебе? Да, он вот это улучшить не дает. Типа ты хочешь просто этот, все, грубо говоря, А что ты делаешь, погоди, что ты делаешь? Я потолок улучшил в МВК, который они могли выдолбить. Нет! Чизи. Где? 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 Резцы, срочно. Вот ты скидывал, вот в этот ящик, походу. Куда ты скидывал, я не вижу. Фух! Ты что делаешь? У меня сейчас сердце в пятки не упало. Я думал, то улучшить в МВК. Дядь, мы бы сейчас с тобой улучшили. Думали... Чайна нам бава, а чайна нам бату, даже с щитами они не могут. Чайна мэн, сак май дик, чайна мэн, сак май дик, раша нам баван, раша нам баван. Есть дерево? Ну откуда? Опа. А вот и Биби. А вот и Биби. Хабиби пришел. Застраивай. Знаешь, что много? Дерево нет, дерево нет. Вон он бежит, бежит, бежит наверх. На нас бежит? Я думаю, я умру. Кого-то там убил. Бинбина. Вот он лежит, принес мне калаш свой. Где? Вот, what? За домом, да? Иди сюда, вот он. Yo, fucking sucker. Fucking China, bitch! Мы выиграли, как бы, все. Китайцы подавлены, мы выиграли. Это правую и да, и вот этого. Oh, man! Where are your doors, man? Oh, shit! What the fuck, dude? The no way! Чё, no переносим way. Ресы? Не, это плохая идея, пока он дома. Блин, ткань или чё брать? Нам надо это МВК позже. МВК бери. 70 МВК бери. Пам-пам-пам-па-па-пам-пам. Все, поехали. О боги, я попаду в видео в Чизи. Все. Мечты сбылись. Давай, оп! Мы донесли домой пачку основную рясу. Ну да. Надо вот здесь поставить ящики с тобой, слышишь? Потому что у нас там места нет уже. Я думаю, надо больше дверей поставить у нас. Прям по кругу сейчас напихать гаражи. А я думаю, что надо прямо сейчас. О, базуки приехали. Мечта. Мы перенесли весь лут с дома читеров. Они, по всей видимости, даже ливнули сервера после такого. Вот так вот. Просто по тактике, без какой-либо софтины, переиграли читаков. Кстати говоря, добро победило зло, и Бин-Бин отправился на курорт с игровой блокировкой. Так-то, на сервере унизили, так еще и бан получил. Мечта. Понравился ли вам данный ролик? Если да, то обязательно пишите об этом в комментарии. Спасибо за просмотр, всем пока.
Опача, Бин-Бин был забанен. Хм, хорошо поиграл, брат. Отлично.